Всем привет, ребята! Как вы помните, на моем канале появилась рубрика, где мы вместе с вами не критикуем, а скорее восхищаемся разными барабанщиками в метал-индустрии. Как вы знаете, у меня уже были выпуски Джо Джордисон, Элой Касагранде, Люк Холланд. Сегодня я решила сделать реакцию на одного из моих любимых барабанщиков — Евгений Новиков из Slotted to Prevail. Я создала эту рубрику не для того, чтобы кого-то оценивать, критиковать, а для того, чтобы вам показать, насколько это огромная работа, работа барабанщика, какие есть действительно крутые ребята в этой сфере. Прежде чем мы начнем, я хочу вас попросить подписаться на мой Twitch. У нас там проходят стримы каждую неделю. Мы смотрим не только какие-то новинки, но и также смотрим различные каверы и так далее. Ну и не забудьте подписаться на Telegram, чтобы всегда быть в курсе, когда же там стримы. Погнали! Погромче. Там вообще барабаны тоже лютые, конечно. Ну посмотрите, как играют ноги просто. Мне безумно нравится, что он переворачивает палочки и играет другой стороной. Звук такой, наверное, чуть не лучше. Я даже не берусь пока что учить его партии. Настолько это далеко пока что от меня. Вот он тоже комбинирует разные техники. Ох, это скорость! Вот насколько в слотерах барабаны — это огромная часть вообще. Акцентики тоже вообще супер. Давай. Вообще все четко. Даже я устала, глядя на это. Ой, ну лучший.
Вот на самом деле, что я за собой заметила, когда я смотрю на игру барабанщиков, мне вообще не хочется ничего говорить, в отличие от условной реакции на какие-то песни. Мне сразу хочется вставить кучу-кучу слов, а когда я смотрю, как играет барабанщик, мне хочется просто молчать и смотреть. Знаете, наверное, здесь будет какой-то стандартный набор слов из разряда «Это потрясающая работа, очень четко выполненная, и у меня только восхищение». Но пока что мы с вами не реагируем на Ларса Ульриха, условно. Я тоже его обожаю, если честно. Ну, короче, пока что у нас с вами ребята, которые, извините, работали кучу лет и добились таких невероятных результатов. Я просто из-за того, что тоже сейчас занимаюсь барабанами, я представляю и знаю, насколько это огромное количество нужно потратить часов, что вся эта скорость, все эти четкие действия, это просто невероятное количество работы, ребята. Вообще, если честно, хочется, чтобы люди как можно больше уделяли внимание тоже и барабанщикам, и другим участникам группы, а не только вокалистам. Я раньше тоже сама таким грешила, знаете, вот это... Ну, я знаю вокалиста, а кто там дальше у них в группе, я не представляю, я не в курсе. Если честно, я поняла, насколько барабаны — это важная часть, и насколько они вообще делают песню. Да, вокал — это тоже очень важно, но просто представьте, если у Слоттеров были бы какие-то другие барабаны совершенно. Я, к сожалению, не настолько пока что профессионал, чтобы детально описывать и вообще соваться в технике, но пока что просто посмотреть и попускать слюну я имею право. Вообще, на самом деле, в Телеграме я тоже рассуждала по поводу Слоттеров, по поводу их сейчас успеха. Мы с вами так немножко обсудили там эту тему. Конечно же, безусловно, горжусь, что он из России. И желаю ему только дальнейших успехов, чтобы было еще больше, еще круче, хотя, казалось бы, куда уже круче. Я помню, что смотрела несколько его интервью, и он там рассказывал, сколько в день он уделяет время барабанам. И он меня, на самом деле, тоже очень сильно вдохновляет. У меня вот есть его палочка с концерта, где она просто в хлам, наверное, просто в дребезге. И я каждый раз смотрю на эту палочку и такая думаю, блин, я не должна останавливаться, я должна как можно больше этому времени уделять, чтобы быть действительно достойным барабанщиком. Это очень важно, ребята, если вам что-то нравится, и вы хотите там добиться каких-то успехов, уделяйте этому время, это обязательно. Пишите обязательно внизу в комментариях, что вы думаете по поводу Жени Новикова, какая вам больше всего нравится партия барабанную Slotted to Prevail. Ну и, конечно же, не забудьте написать, каких еще барабанщиков я должна посмотреть, а лучше прям с песнями, какие-то конкретные каверы. Жене Новикову хочу еще раз выразить большой респект, он уже невероятная рок-звезда прям. Я уже вижу, что он вдохновляет юное поколение на барабаны, многие уже растут, смотря на его игру, что тоже замечательно. А вам спасибо большое за просмотр. Если хотите меня дополнительно поддержать, для этого есть Boosty. И не забывайте про другие социальные сети. Пока. Каждый раз смотрю на этих барабанщиков и понимаю, как же мне до них далеко, господи. Работаем.